Агрохолдинг «Русское молоко» – это крупнейший землевладелец Подмосковья, которому принадлежат почти 24 тысячи гектаров пашни в Русском районе, самом экологически чистом районе Московской области. Холдинг создан на базе молочного завода «Русское молоко», 8 сельхозпредприятий – это 44 активно работающие животноводческие фермы, плюс комбикормовый завод. Предприятия агрохолдинга обновляются вместе с расширением производства. Проектируется новый животноводческий комплекс на 2000 голов беспривязного содержания. Ведется модернизация на молочном заводе. 5 июня 2014 года коллектив молочного завода «Русское молоко» был награжден премией правительства Российской Федерации за значительные результаты в области качества продукции и услуг и внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества за 2013 год. Премию вручил лично премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев. Добиваться же таких стабильных показателей и реализовывать намеченное помогает высокопроизводительная, экономичная сельхозтехника нового поколения. У нас большая картофельная программа. Мы планируем собирать ежегодно в течение 3 лет довести сбор до 100 тысяч тонн картофеля и овощей. И, конечно, чтобы потянуть в современных условиях такую программу, нужна высокопроизводительная и экономичная техника, потому что студентов на сбор картофеля уже не привлечешь. За студентов, так сказать, должна работать техника. В 2014 году агрохолдингом «Русское молоко» были приобретены тракторы Deutz Farr Agrotron L720. Данная модель трактора является флагманом в своем классе. Мощный двигатель Deutz с высоким крутящим моментом в сочетании с удобной коробкой передач, переключающихся без разрыва потока мощности и системой APS делает Agrotron L идеальным трактором для больших сельскохозяйственных предприятий и подрядчиков. Эффективный двигатель Deutz с интеллектуальной системой управления подачи топлива DCA объемом 7,2 литра работает при 1600 бар. 27 передач трансмиссии. Максимальная скорость 40 или 50 км в час на низких оборотах двигателя, соответственно, 1450 или 1750 оборотов в минуту. Агротрон L оборудован гидравлической системой с возможностью установки до 7 пар управляемых гидровыводов. Заднее навесное оборудование обеспечивается точным автоматическим управлением посредством непрерывного контроля электронными датчиками. В этом году мы приобрели для возделывания картофеля 5 тракторов Deutz 720. Трактора были приобретены специально для этих культур. Мы увеличили площадь картофеля до 300 гектар. Использование этих тракторов позволило нам достичь такой обработки. Эти трактора относятся к классу универсальных тракторов, то есть ими можно и возделывать картофель, и подвозить корма, и производить пахотные работы, и которые необходимы для растениеводства в дальнейшем, для заготовки кормов. И есть возможность эти трактора агрегатировать с другой техникой для других видов деятельности. Будь то агрегаты культиваторы, будь то транспортные средства, ну и так далее. Соотношение цены и качества оптимальное, и поэтому за те деньги, что мы заплатили за него, он их полностью отрабатывает. Рассчитываем, что трактора проработают не меньше 10 лет, будут задействованы в основном в овощном проекте. Я думаю, что данная техника окупит себя довольно быстро. И с учетом того, что сервис довольно доступный, то эксплуатационные расходы, я думаю, будут сопоставимы с отечественной техникой. В общем-то, сбоев нету, техника надежная, покупать можно. Группа «Самэ Deutz Farr» – один из крупнейших мировых производителей сельскохозяйственной техники. Группа известна на рынке почти 90 лет. «Самэ Deutz Farr» вкладывает значительные средства в разработку новых технологий и никогда не забывает о своей миссии – обеспечивать сельхозпроизводителя современными надежными машинами. Машинами, которые сделают его работу легче и максимизируют эффективность производства. Я вот на нем уже 2 месяца работаю. Мне он понравился. И сиденье у него регулируется под все.
Вот. Что я под пахоту настраиваю сиденье, что под другие вот агрегаты. Кировец, Джандир работал, это самое, ну, белорусы. Ну, вот понравилось на нем, на Дочфаре. Мягкий он, это самое. У него кабина на воздушных подушках и сиденье тоже воздушное, это самое. Вот. В нем вот сидишь, это самое, ну, не устаешь так. Вот. Я до 9, до 10 вечера съел картошку, я проезжаю с работы, я не устаю на нем. Не знаю, это самое, как другим, но мне Дочфар понравился. У него 380 литров бак, и за 12 часов он всего сжигает 200 литров. Вот. Он экономный. Кстати, с июля этого года руководством СДФ было принято решение о снижении цен на запасные части Дойцфар в России. Скидка на отдельные позиции составила до 50%. Это решение стало еще одной причиной выбора покупателями агротехники от Дойцфар. Почему взяли именно этот трактор? Дойцфар Агротрон, именно L720. Хотелось как бы европейского качества и по доступной цене. Подобрали вроде бы по характеристикам этот, именно третьего класса тяги. Вообще рассчитывались 5 штук, мы взяли такие под картофельную технику, потому что у нас развивается картофелеводство. 300 гектар в этом году посадили как раз с помощью этих тракторов. 5 штук взяли разных, некоторые с грузами спереди, некоторые с передним валом отбора мощности. Для того, чтобы в дальнейшем использовать там, ну, и на сенокосе. Специально мы брали трактора с понижающим редуктором для картошки. По дороге они тоже бегают нормально, 40 километров мы на них катались уже на транспортных работах. Ну и нормальная управляемость отличная. С сервисниками, с ребятами мы работаем уже давно. Они рядом от нас находятся, быстренько решают вопросы. Претензий пока особо больших не было. Все мелочи, все исправлялись быстро. И по выходным они приезжали к нам, и до ночи с нами возились. Отвечая потребностям сельхозпроизводителей, компания расширяет модельный ряд тракторов Дойцфар на российском рынке. Так, в 2014 году представлен трактор Дойцфар Агролюкс мощностью от 55 до 80 лошадиных сил. Отличительными чертами малыша являются высокая прочность и надежность. Это универсальные и простые в эксплуатации машины с короткой колесной базой. Были разработаны специально для небольших фермерских хозяйств, коммунальных служб, в качестве тракторов по уходу за посевами и на животноводческих фермах. В 2015 году на российском рынке будет представлена еще одна новинка – мощный трактор Дойцфар новой 9 серии, которая включает в себя 4 модели мощностью от 270 до 340 лошадиных сил с бесступенчатой трансмиссией TTV. Это идеальный трактор для тех, кому важен высокий уровень мощности, комфорт при невысоком расходе топлива и низких эксплуатационных расходах.